Продолжаем программу. На предприятии «Моторсич» стартовала череда мероприятий к Международному женскому дню. В рамках плана по работе с ветеранами в ДК «Шевченко» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к 8 марта. Каждый месяц «Моторсич» принимает на работу порядка 200 человек, половина из них – женщины. При этом решают не только социальную задачу, ведь почти у каждой из них не просто жизненный опыт, а еще семья, а зачастую и дети на руках. Считают, качество моторовской продукции – это во многом женская заслуга. Ну, женщина сегодня особенно важна для нас, потому что работа у нас очень точная, чистая. И, конечно, без женских рук мы не можем обойтись. В структуре кадров предприятия женщин на 1% больше, чем мужчин. Причем занимают не только традиционные должности плановиков или экономистов. Успешно осваивают новые специальности, будучи при этом уверены, дома все в порядке. У нас работают детские сады, у нас работает Дом культуры и работает громадный спортивный комплекс. Мы имеем свои пионерские лагеря. И все это, конечно, обеспечивает спокойное нахождение на рабочем месте женщины, потому что она знает, что ее дети находятся под защитой. Так что 8 марта для мотора не просто праздник. Череду торжеств в честь прекрасного пола начинает с чествования ветеранов труда. Из 4500 заслуженных работников мотора – 2/3 женщины. Большинство из них отработали на родном предприятии 30-40 лет. И сегодня для них особое внимание. Причем не только в праздник. У нас заботятся очень хорошо, беспокоятся за нас, приглашают нас на собрание. На Днепр по кораблю, кругом у театр приглашають, приглашають на собрання у ДК «Шевченко», на вечір приглашають. Дай Бог, щоб кругом так усі заводи беспокоїли за своїх пенсіонерів. І театри, і концерти, і бази відпочинку дуже хорошо, профілакторій. Ну, от такі праздники, звісно, нігде не встраює ніхто, як нам наш дорогой директор. Я хочу от всей души, от президиума Совета ветеранов поздравить всех женщин и ветеранов завода, и ветеранов, которые не работают в нашем предприятии, с наступающим праздником. Пожелать им крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Я хочу пожелать всем здоровья и любви. А самое главное – это окружение женщины, чтобы аура жизни женской была насыщена, наполнена только позитивом. Тогда она становится краше, приятнее и любимее. С праздником вас, дорогие женщины! Со своей стороны на моторе обещают, забота о женщине будет всегда, а пока дарят ветеранам концерт эстрадных коллективов при заводском ДК. Уверены, так праздничное настроение сохранится надолго.